Ну что, друзья, я приветствую вас на нашем канале. Ушел из жизни известный советский молдавский писатель и драматург Ион Друце. Он родился 3 сентября 1928 года в селе Городище в Бессарабии. Окончил высшие литературные курсы Литературного института имени Горького. Были опубликованы сборники его рассказов, повести, такие как «Листья грусти», «Набирание уму разуму», «Последний месяц осени». В 1967 году за пьесу «Косомаре», повесть «Последний месяц осени» и роман «Степные баллады», первая часть диалогии «Бремя нашей доброты», он получил государственную премию. В 1987 году единогласно избран почетным президентом Союза писателей Молдовы, а в 1998 году заявил о выходе из Союза. Почетный член Румынской академии. Причины смерти писателя пока не сообщаются. Оставайтесь с нами, друзья, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новости каждое утро. Спасибо вам за вашу поддержку.